Вязать узлы, раскладывать палатки, ориентироваться на местности – этому саровских подростков теперь будут учить в Центре внешкольной работы. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в учреждении открывается два новых направления. Дети от 12 до 17 лет смогут обучаться в группах по программам «Юный турист» и «Уроки живой истории». В первой наставником для ребят станет Анастасия Евгеньевна Огородникова. Занятия объединят в себе краеведение, туризм и основы физподготовки. Дети не только научатся навыкам организации похода, умению вести себя в походе, умению работать по топографическим картам, а также разовьют в себе такие навыки, как организация активного отдыха, умение вести себя в природе. Ну и, конечно, это развитие физических качеств. Сила, быстрота, воля. Вторая программа включает три блока. Историческое краеведение, основы краеведческого пешего туризма, создание медиа-контента. Занятия будет проводить Вячеслав Викторович Лопашов. В рамках уроков живой истории дети будут изучать летопись родного края, подвиг воинов Нижегородского ополчения 1812 года, выбираться на экскурсии, пешие экспедиции. Обе программы рассчитаны на один год обучения. В рамках этого регионального проекта учреждение получило новое оборудование. Оборудование современное для реализации этих программ. Это книжная витрина, ноутбук, многофункциональные устройства, различные палатки, тенты, спальные мешки, портативные радиостанции, костровое оборудование. То есть все, что необходимо для организации туристической деятельности. В классах сделали брендирование. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Дети будут заниматься бесплатно на базе клуба здоровья ЦВР и детского лагеря «Березка». Для реализации программ выделили 90 мест, по 45 на каждое направление. Записать ребенка можно на официальном сайте Центра внешкольной работы и в группе учреждения ВКонтакте. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров 24.